Более 5000 первоклассников в Якутске пойдут в школы в предстоящем учебном году. В отличие от прошлых лет, в этом году запись в первый класс идет на сайте образовательных услуг и во всех филиалах МФЦ. Марьяна Кутукова продолжит тему. Большие очереди в мэрии и в школах теперь уже в прошлом. Чтобы записать ребенка в школу, достаточно лишь зайти на портал образовательных услуг edu.e.yakutia.ru. Нужно, во-первых, зарегистрироваться, найти вкладку «Регистрация в первые классы», ну и внести данные ребенка. Несмотря на введенную в прошлом году электронную запись в первые классы, в коридорах мэрии все еще можно найти родителей, которые придерживаются традиционных методов записи. Раньше мы по школам сами ходили, вот так было удобнее. А в этом году уже через сайт записываемся, потом документы все тоже через сайт даем, и потом тоже после этого в школу все равно вот эти копии документов должны принести. По информации Управления образования Якутска, которая прозвучала на встрече с директорами школ, с каждым годом число первоклассников в Якутске увеличивается на 500-700 детей. В этом году из детских садов города выпустится 400-700 детей, и более 500 прибудут из районов республики. Сейчас большинство школ уже укомплектованы, но электронная запись, тем не менее, продолжается, как и продолжается строительство школ в Якутске. Сейчас по программе государственно-частное партнерство начинается строительство 4 школ. По 2 уже освоенные поля застраиваются. Это по 6 и 25 школе. Ну, в ближайшее время начнется уже по АИКГАТА и по арктической школе. Вот. И также у нас уже скоро будет отыгран, я надеюсь, в апреле месяце, после получения окончательной госэкспертизы, строительство дальнейшее по 35 школе, на которую, несмотря на трудности с бюджетом, и правительство республики, и город Якутск выделили свыше 100 миллионов рублей в бюджете уже 2017 года. Ситуация с нехваткой мест в школах Якутска все еще остается напряженной. Пока строятся новые школы, до начала нового учебного года будет вестись активная работа по открытию дополнительных классов. Марьяна Кутукова, Евгений Рязанский, НВК Саха, Якутск.